Помните, лето показывал я, как мы делали апгрейд нашему кормораздатчику. Но вот пришла у нас зима, подморозило, грязи нет. И мы будем пробовать выносить опилки. Вот наш маточник. Отвод твой. Стой! Делаю себе вот такую длинную, как грабли, чтобы скидывать подмороженные опилки и какие-то палки, которые будут обязательно застревать. Сейчас пробую начать грузиться, грузить его. Сейчас у меня вся машина в опилках. Ну и вносить. С вносением проблем-то нет, но главное загрузить с меньшим количеством палок. Палки могут нам в дальнейшем будут мешаться в междуряде окучивать. Но тут как бы есть и маленькие палочки, и так и бревна огромные, так и есть риск транспортерам какой-то вред нанести, потому что они вообще предназначены не палку вносить по полям, а корма животным. Он же корм-раздатчик. Стрелы хватает нам впритык. Нужно либо еще ниже яму углублять, ну, в принципе, есть куда. Ну, либо больше мы ничего не сможем делать. Либо сделать пандус по трактору, чтобы он выше был. Сейчас еще подморозился немного. Корка вот такая есть. Корка, соответственно, тоже может у нас застревать. Вот она, в принципе, и лежит. Все, загрузили мы. Трактор, кстати, еле выехал с разгончиком. Вес все-таки тяжелый. У опилок они сырые. Ну все, процесс пошел. Валит она у нас, получается, в междуряде. Вот у нас был ряд, мы выпахали. Трактор под собой пропускает выпаханный ряд. Ну и, соответственно, там не выпаханный, а скошенный. Чуть потише. Главное сейчас нам подобрать скорость, чтобы за один раз вносить. Весной здесь будем уже все дело перекапывать и подокучивать наши подвои. Так, процесс пошел нормально. Еще бы один тракторист смог. Ну, в принципе, один, он один загрузил, сел, и он же поехал. Только нужен оператор, который скидывает палки сверху. Ну и смотрит, чтобы поближе подъехал, в канал не заехал трактор. А так все чудесно. Мусор у нас по минимуму, чтобы нам потом их по полям не собирать. Ну, количество выносимых опилок, конечно, трудно за раз оценить. Возможно, будем весной еще их довносить. Летом этот кормовноситель мы купили летом, но подвои уже более высокие. И по рядам уже нельзя было ездить, мы бы их просто повредили бы. Поэтому сейчас внесем какую-то часть, наверное, вот на такой скорости. Потом вот это все поле занесем. Посмотрим, что у нас останется по опилкам. Ну и будем думать, возможно, ранней весной, пока еще можно будет над ними проехать, еще будем также довносить. Так, все хорошо. Опилок нам хватило очень на мало. Где-то примерно метров на чуть больше 100 метров одной такой вот бороздкой. Но, сказать по правде, мы загрузили ее не совсем полностью. Сзади не позволяет загружать до конца. Там очень много ссыпается через заднюю щель, там щель между бортом и лентой транспортерной. Но попробуем сейчас побольше. Ну, в принципе, то на то и выходит. Мы загрузили где-то
5 ковшей с одной стороны, 5 ковшей с другой. 10 ковшей мы загрузили. Ну и вот, аккуратненький, ровненький результат. Конечно, думал, что мы сейчас проедем ого-го. Одной телегой засыпем. Наивные мы. Я, вернее. Но так у нас не получилось. Так что будем грузить, носить, пока погода позволяет. Пока грязи нет. Полевые работы у нас продолжаются.